Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Меня зовут Юрок, и в нашей мастерской мы занимаемся реставрацией и восстановлением старинных мотоциклов. У нас побывали такие марки, как Цундап, AGS, BSA, DKV и многие другие. Однако самый частый иностранный гость в нашей мастерской – это мотоцикл BMW R35. Да, именно эта модель. И мотоцикл действительно массовый, выпускался в два этапа – с 37 по 40 и с 45 по 50 года. В количестве их было выпущено более 50 штук. К нам в страну поступал он в основном в качестве трофеев и в качестве выплыв Германии за ее военные действия против Советского Союза. Расскажу вам коротко о характеристиках. Мощность 14 лошадиных сил, объем 349 кубических сантиметров. Коробка передач четырехскоростная, с продольным расположением валов. Привод карданом, а вес 162 килограмма. Расход топлива, по заверениям инженеров, 3,5 литра на сотню. Мотоцикл в первую очередь примечателен своей штампованной рамой. Массивная передняя часть закрывает большую часть бака, цилиндр вертикальный. В двигателе у нас всего один подшипник на задней опоре коленвала, а остальные места вращения у нас выполнены в виде бронзовых втулок. Решение простое, однако из-за того, что поток масла от маслонасоса проходит через эти втулки, то в процессе их износа значительно падает давление масла и в головке двигателя в основном, потому что она является уже, так сказать, последним этапом во всей маслосистеме. Небольшой, конечно, недостаток, однако ввиду отсутствия лампы давления масла, это часто приводило к заклиниванию коромысел. Не то чтобы прям повсеместно, но имело место быть. Этому также способствовал перегрев, который возникал из-за того, что крыло расположено слишком высоко, и воздух шел к цилиндру недостаточно интенсивно во время движения. Но, несмотря на все это, BMW является очень надежным мотоциклом. Это доказывает хотя бы тот факт, что он часто доходит до нашей мастерской в весьма неплохом состоянии. А этой модели уже многие десятки лет. Мы, кстати, производим полный цикл восстановления мотоциклов. Ни одна деталь не остается без внимания. Каждая мелочь должна быть восстановлена до приемлемого состояния. На помощь к нам приходит пескоструй, стеклоструй, наш кузовной участок с волшебником-пузырчаком, а также гаванический участок, спецовка колес. Каждый участник процесса восстановления вкладывает свой труд в общую картину мотоцикла. Для того, чтобы заказать мотоцикл в нашей мастерской, я оставлю контакты под этим роликом в описании. Там будут телефон, наш сайт, почта и так далее. Звоните, и мы с радостью вас проконсультируем и установим для вас интересные любые мотоциклы.